Дома «Зенит» не проигрывает. Что это? Магия родных стен, энергия болельщиков или тонкие технические задумки? Мы выяснили это. Нет, никакого секрета особого нет. Это все-таки свой зал, это поддержка своих болельщиков, своих зрителей, которые приходят и действительно перед ними даже играют плохо, нельзя проигрывать, и все равно люди потом в конце выкладываются на 150%, Мы стараемся побеждать в каждой игре, но домашний матч для нас всегда особенный, ведь мы играем перед своими болельщиками. Из матча в матч мы делаем все возможное, чтобы продолжить эту победную серию. Я рассчитываю на то, что с каждым разом своей игрой будем доказывать, что мы можем побеждать, добивать высокие результаты, мы в свою очередь болельщики возьмем на игре, и все. Просто сейчас будет развиваться, и будет на абсолютно новом уровне. Мы играем по трассе «Зенит», и мы это не пустой клуб для нас, когда мы одеваем. Поддержка болельщиков всегда важна. Евгению Валиеву повезло вдвойне, ведь его жена выступает в группе поддержки. Когда мы еще только начинали свои отношения, она уже тогда была группа поддержки, когда мы еще были вместе в другой команде. Когда приехали сюда в Питер, я сначала думал о том, что она будет здесь тоже группа поддержки, но я не думал, что это все воплотится. На трибуне я не могу так сильно поддерживать мужа, потому что некоторые болельщики смущаются. Я люблю очень громко болеть, я люблю кричать, я люблю бежать. Ну, честно говоря, мне некогда смотреть, потому что когда идет игра, там тренер берет тайм-аут, когда они танцуют, идет объяснение, говорили, комбинации, как играть надо, и времени нет, посмотреть на то, как она танцует. Солсисточки меня приняли очень хорошо, вот девочки сказали передать им привет, вот, сказали, что добро пожаловать, очень тепло приняли, мы с ними подружились, я очень рада, что я с ними, а они со мной. Не приходится сомневаться, что «Зенит» продолжит радовать победами. Дальше будет только интереснее. Оставайтесь с Питер ТВ. Ждем болельщиков. Ваша поддержка нам очень нужна, очень важна. 30% на победу, если мы выиграем.